Привет всем, кому интересен ремонт. Сегодня у нас Mercedes в 203 кузове 220 CDI 2001 года. Машина с ключа не заводится. Если мы вставляем ключ и пытаемся завести, не знаю, слышно вам или нет, но оно клацает там. Ну, поверьте мне, клацает. Вот, ну, заводиться отказывается. Но вот, если мы попробуем, здесь у нас подгорку, попробуем завести ее с толкача, то она заводится. Машина завелась. Так, конечно же, подозрение в первую очередь у нас на стартер. Давайте это проверим. Прежде чем добираться к стартеру, я хотел обсмотреть клеммы. Вот здесь очень важно, часто бывает проблема. Ну, на этой машине этот кабель на виду, а на многих машинах он скрыт. И очень часто вот здесь неплохой контакт. Из-за этого тоже машина не заводится. Ну, что я еще увидел, это вот посмотрите, дожди прошли неделю назад. И это очень-очень плохо, потому что часто бывает, что когда идет дождь, плохой дренаж, переливается вода аж до воздухозаборника и переливается в салон. Вот, вот это мы сейчас тоже, сейчас или позже, ну, короче, мы это дело должны тоже разрулить. Потому что там еще вон кабеля, видите, ничего в этом хорошего нет. Так, ну, наверное, мы сначала сейчас попробуем, все-таки приходит ли на управление стартера 12 вольт. В чем мы убедимся, что оно приходит. После этого снимем аккумулятор, нам его оценивать все равно. Посмотрим, где там отверстие под дренаж, и снимем стартер. Ну и пробьем дренаж, конечно. Еще у нас растекшаяся масса по всему поддону. Если мы вдруг увидим, где это, надо будет хозяина машины об этом уведомить. Ну вот, что мне в глаза бросилось, так это то, что, судя по всему, у нас подтекает непосредственно сама головка блока цилиндров. Вот здесь, видите, в уголку у нас вообще накипь такая. Ну, наверняка еще из-под клапанной крышки, потому что выше у нас тоже есть перемазано все. Ну и после этого надо будет все помыть. Ну, там туда ничего не видно. Вот если снимем стартер, может быть, что-то там увидим. Потому что здесь у нас тоже, видите, стартер весь перемазанный. Ну, я думаю, что вряд ли хозяин машины будет поднимать головку блока цилиндров. Вот судя по тому, что у нас вот здесь капает, видите, скорее всего, что у нас дренаж с левой стороны тоже забит. Так, теперь на управление стартера. Вон он туда, видите, накидываем крокодильчик с контрольки. Вот так примерно. И второй кабель ищем, куда на массу накинуть. И выводим контрольку, чтобы ее видно было с салона. Так, контролька у нас. Вот я ее повесил. Пробуем, что у нас покажет. Ну, понятно, да? А в чем это нам говорит? А в том, что у нас приходит сигнал
на стартер, но он почему-то отказывает замыкать сам себя и работать. Вот если без аккумулятора посмотреть, то у нас здесь совсем все грустно. Видите, там у нас силовые кабеля, которые у нас утопли. Снимаем площадку. Ну что, давайте снимем стартер. Сначала выкручиваем нижний болт для того, чтобы убрать вот эту планку, за которую держатся шланги, чтобы у нас открыть доступ. И потом попробуем открутить верхний болт, с которым придется немного повозиться. Для того, чтобы у нас была возможность более-менее добраться до верхнего болта стартера, давайте открутим вот эти два болта, которые у нас держат планку глушителя, и вот эту планку, которая у нас держит заднюю часть коробки. Появилось совсем чуть-чуть места, но по крайней мере уже как-то туда можно руку подсунуть. Ну и теперь набираем вот такую вот колбасу из удлинителей с карданчиком и с ключом. Это у нас Торкс Мама на 14. И продеваем вдоль всей коробки. Похожая история у нас на BMW, но там чуть-чуть удобнее. Ну и после этого поехали раскручивать. Ну или пытаться это сделать. Наверное, все-таки раскручивать. Мне тут вопрос задавали. Типа, ну не вопрос, а даже претензию. Походу, что вы врете, как это так, болты не закисшие. Друзья, я много раз объяснял, в Испании машины с закисшими болтами найти достаточно проблематично. Машина должна быть либо с самых северов Испании, это у нас Галиция, Ла-Коруня, Джирона, либо импортирована с более северной Европы. Или, как я говорю, с северов. Люди говорят, что вы имеете в виду севера. Ну, то, что севернее Испании, севера. Франция – это севера.
Как-то так. Ну вот, смотрите, вот это код, который я натер. 110-172-60-125-N. Звоним правильным пацанам, говорим код стартера. Если у них есть в наличии, то они мне сразу под замену привезут. Если нет, заберут этот, отреставрируют. Привезли стартер под замену. Тот, который стоял на машине, согласно коду, это откровенный китаец, причем плохой. Но вот это оригинальный Балео. Это у нас S340 и внизу код D7R43. Вот, ждал аж 40 минут. Пацану вообще совести нет. Это ирония, если что. Возвращаем все взад. Здесь было на стяжке, ее и оставим. Ну что, опускаем машину и пробуем. Пока кинем аккумулятор сюда без площадки. А если все хорошо, тогда его вымнем и поставим уже как положено. Пробуем аккуратно, чтобы ничего не взорвалось. Иногда бывают, кабеля падают на массу. То есть, когда мы закручиваем силовые кабеля, где-то могут касаться массы. Не один раз такое было по неосторожности. Вот. И здесь получается такой бжим, фейерверк. В этот раз все хорошо. Обошлись без фейерверка. Давайте попробуем теперь завести. Ну вот, здесь у нас куча всего горит, но еще тоже куча не горит, у нас дисплей побитый. Ну а так, в принципе, все, что хотел показать, показал. На сегодня все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем спасибо, всем удачи, пока.